Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июля. Я сегодня вот подошла к Казанова, томату Казанова, который высажен у меня на улице. Потому что я в теплице вам много раз его показывала, а уличного не показывала. Но ведь у многих людей нет теплицы, и, может быть, они захотят вырастить томат Казанова на улице, и будет их смущать та надпись, которая на пачке написана. Но на пачке и вообще в описании везде у него написано, что он предназначен для выращивания в теплице. Не верьте. На улице он растет прекрасно, даже у меня в сибирском регионе. В прошлом году я его выращивала на улице. Он вызрел почти весь, был весь увешан вот такими, видите, гирлянды плодов. И сейчас, если вы присмотритесь, то вы заметите, что... Ой, вот этот вот плодик, видите, уже начал буреть. То есть сейчас середина июля, ну, вторая декада июля, и они уже бурые томатики. Еще обратите внимание, что многие говорят, что Казанова сильно подвержен вершинке. Нет ни одного плода с вершинной гнилью, что на этой кисточке, что на той. Нету. Все носики чистенькие, все я их проверила. В каждую дырочку заглянула к ним. Но если кто у нас еще не знаком с сортом Казанова, я несколько слов хороших о нем скажу. Единственный недостаток – это то, что он сильно высокорослый. Он сейчас будет все лето до самой осени. Он будет вверх тянуться. Вот смотрите. И в конце концов у меня в прошлом году он завалился под тяжестью вот этих кистей, потому что они же удлиняются, увеличиваются, утолщаются. Они очень тяжелые. Вот это я считаю единственным недостатком. Остальное все прекрасно. Высокоурожайный. Он среднеспелый, успевает у меня, по крайней мере, вызреть. Но то, что индетерминантный, ну, приходится мириться. Потом нужна обязательно опора, и опора крепкая. В прошлом году я делала на колье, а нынче, видите, уже на железные такие. Попросила у мужа, он мне отрезал железные 2,5 метра штыри металлические, которые не ломаются, не гнутся. В том году под ним колышки хрустели только так. А остальное все прекрасно. Если я сейчас найду прошлогоднее видео, где он осенью во всей своей красе, то я сюда прицеплю к этому видео. Но и так уже видно, даже сейчас, хотя еще лето только в разгаре, что он очень урожайный. У него много вот этих вот сарделек. Он буквально весь увешан кисточками. И то, что он вызревает в открытом грунте, вам подтвердят многие, даже сибиряки. Все, до свидания. Вот это краткий такой несколько слов о том, можно ли выращивать сорт Казанова на улице, конечно, можно, но почему-то производитель пишет, что он предназначен для теплиц. Я выращиваю. И на улице мне нравится он даже больше, чем в теплице. В теплице в прошлом году он начал кучерявиться от жары, а на улице он прекрасно себя чувствует. Очень урожайный, многодетный Казанова.